Приветствую братьев и сестер миром Божьим, особенно тех, кто присоединился к нам по приглашению на это богослужение поклонения Богу нашему. Мы благодарим наших гостей за то, что вы ответили на приглашение и пришли на наше богослужение. Давайте мы сейчас встанем на колени и воззовем Господу о прощении. Гости, чувствуйте себя свободно. Господь и Бог, мы взываем о силе, которая в крови Иисуса, и просим о благословении. Обнови наше общение, обнови радость в сердцах наших, излей благодать Твою на наши жизни. Дай нам доступ в Твое присутствие, Господь, и излей на нас Духа Твоего Святого. Мы взываем к Тебе, Господь, во имя Господа Иисуса. Аминь. Можете присаживаться. И мы сейчас с вами уже начнем поклоняться. Мы споем псалом ему. Вы можете сопровождать нас в поклонении этого псалма. Мой Бог, мой Отец, я взываю к Тебе, Господь мой, о крови Иисуса, дай мне мир и общение. Слава Господу! Да будет прославлено имя Господне! Давайте мы продолжим поклоняться Господу и прославлять. Мы споем ему еще один псалом в поклонении. Бог, которому мы служим, Господь сильный в брани, Он Бог верный. Бог, которому мы служим, Он никогда не оставляет нас, не покидает нас. Бог, которому мы служим, это Бог прощающий, Он Бог любви. Он хранитель наш. Он добрый пастырь. Мы принадлежим Тебе, Господь, мы слуги Твои, о которых Ты заботишься с такой любовью. Мы принадлежим Тебе, и мы собрались здесь, чтобы славить Тебя. Бог, которому мы служим, Он вкладывает в уста наши песнь новую. Бог, которому служим, всегда дает нам победу. Бог, которому мы служим, Он здесь, сейчас, среди нас. Мы можем чувствовать Его присутствие. Мы можем слышать голос Его, Его сладкий голос, и мы можем созерцать чудеса, дела рук Его. Мы принадлежим Тебе, Господь. Аллилуйя!
Да будет прославлено имя Господня. И мы сейчас, возлюбленные, помолимся. Один из братьев наших воззовет Господу. Господь и Бог, мы ходатайствуем пред Тобою, когда мы приносим пред Тобой, Владыка, и молим Тебя о работе Твоей в Бразилии и за рубежом. В этот период, в котором мы живем, такой сложный период, но Ты, Господь, с нами. И мы просим, Господь, да продолжит Твоя крепкая рука над нами избавлять нас. Мы благодарим Тебя за все те избавления, за те чудеса, которые Ты совершаешь, Господь. Мы ходатайствуем Тебе также о тех, которые были призваны в этот славный проект. И мы просим, Господь, чтобы все были благословлены, чтобы чудная, искренняя, истинная работа, она продолжала пребывать в сердцах наших, ведя нас по пути вечности с Тобой. Мы молимся к Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Слава Богу. Давайте продолжим поклоняться Богу. Споем Ему еще один псалом. Сопровождайте нас. Давайте петь вместе во славу Божью. То, чего очи никогда не видели, и не приходило то на сердце человеку, Бог приготовил для тебя, чтобы благословить тебя. Открой сердце свое. И позволь свету войти и воссиять в тебе навеки. И тогда начинай прославлять даже за то, что ты еще не увидел, как ответ. Если Бог пообещал, это исполнится, и благодать, благословение твое придет. Открой свое сердце. И позволь сердцу прийти, воссиять в жизни твоей навеки. И тогда начинай прославлять за все то, что ты даже еще и не видел. Если Бог пообещал, это исполнится, и благословение твое придет. Итак, начинай прославлять. Бога всегда все самое лучшее для тебя, даже если свет сейчас не сияет в глазах твоих. Верь, Бог любит тебя. И Он уже заповедал победу твою. И
Слава Иисусу! Мы приглашаем сейчас церковь. Давайте мы откроем Священное Писание, книга Псалмов, 120-й Псалом. И также будет на португальском языке на экране. «Возвожу очи мои к горам». Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться нога твоя, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Слава Господу! Благословено имя Господне! Да благословит Он нас своим словом. Братья и сестры, мы с вами живем в особое время, в особый момент. Потому что мир сейчас находится в поисках ответов. Мир живет в сомнениях, у него вопросы неотвеченные. И некому ответить, дать ответ нужный, соответствующий на все то, что мы сейчас переживаем. Потому что никогда мы еще не переживали ничего подобного, как эта пандемия. Никогда никто не видел такого. И так мы с вами живем в такой момент. Для церкви это тоже особое время. Время, когда церковь может свидетельствовать о силе Божьей в своей жизни, о Его чудной благодати, о спасении. И положение церкви – это свидетельствовать о Боге усматривающем. Господь, Он помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю, как псалмист здесь свидетельствует. Это привлекает наше внимание. Возлюбленный, на самом деле никто не может дать достаточный ответ на все то, что происходит, на все те вопросы, которые сейчас задаются в мире. Но мы хотим добавить, что от Господа мы видим сейчас, что проект Его, он исполняется, он продолжает осуществляться, и все вещи под Его контролем, под крепкую рукой Божью. И наше упование, оно от нашего общения с Богом. Все могут покоиться, те, кто уповают на Господа, кто в общении с Ним. И псалмист говорит: «Возвожу очи мои к горам». Это говорит об отношении освящения. Когда мы смотрим наверх, мы тогда хотим засвидетельствовать, что нет ничего вокруг нас такого чудесного, как то, что наверху, как алтарь Господний, как вышних. Это надежда народа, чтобы Господь Бог мог дать ответ на эту молитву. Мы уповаем на Господа из-за этого. И вопрос, да, задается, откуда придет помощь? Это риторика псалмиста, он сам же отвечает. И у нас тоже на языке должен быть этот ответ. Как церковь всегда должна говорить: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Мы всегда должны отвечать. Потому что тот, кто в общении с Господом, он никогда не поколеблется. Он всегда свидетельствует о силе Божьей. И он постоянно познает тайны Божьи. Поэтому есть безопасность для тех, кто верит и находится в общении с чудным Богом. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Здесь образ Отца, Творца. Как такую безопасность мы имеем, зная, что Господь Бог, сотворивший все, Он даже посадил нас в этой работе, в деле творения, да, где все ограничено, но Он соединил нас с вечностью, с делом искупления. И мы имеем доступ к
к бесконечному. Поэтому работа искупления, она превосходит всю ограниченность делотворения. И работа искупления, она доступна нам. И мы можем осознавать, что мы слуги Бога Всевышнего, и Он доступен нам, Он близок к нам. Он говорит, не даст поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель, Он для нас хранит от того, чтобы мы не поколебались. Мы идем твердо по пути. Путь — это Иисус, это открытый путь. Но прежде всего мы имеем эту уверенность в доктрине, да? Поэтому наши ноги, они не колеблются, потому что с каждым днем мы укрепляемся в доктрине Всевышнего Бога. Иисус, Он путь, истина и жизнь. Он хранит жизнь народа своего. Он говорит, Отец мой работает до сегодня, и я работаю. Он не перестал трудиться для нашей защиты, для заботы о нас. Иисус, Он одесную Бога Отца, Он ходатайствует о нас. И более того, Иисус, Он посредник наш пред Отцом. И Слово говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Господь, Он хранит тебя. Господь, Он тень с правой руки твоей. Здесь очень важно, да? Он всегда рядом с нами. Он тень твоя с правой руки твоей. Он всегда рядом с нами, Он друг наш. Мы в общении с Ним, в присутствии Духа Святого, постоянно. И Он с нами, потому что Он Параклетус, да, который с нами, чтобы утешать нас, чтобы успокаивать нас, заботиться о нас. Он говорит, солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Это тоже относится к сотворению Божьему. Бог сотворил все на благо наше. Он все совершил совершенным для нашего блага, чтобы мы были, продолжали бы центром Его заботы, Его силы, Его любви, излияние Его благодати. Защита Божья, она намного больше, чем можем даже себе представить. Ибо пророческое дело искупления дает нам еще больше безопасность в присутствии Божьем, потому что Бог позволяет нам трансцендировать из временного в вечное. Тот, кто послал меня, Иисус говорит, да, что верующий меня на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Слово Божье говорит, Господь будет охранять тебя, выхождение твое и вхождение твое. Он говорит, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь сохраняет нашу душу, наше спасение. Мы заканчиваем, да? Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Возлюбленные, это так чудесно, потому что защита Его, она постоянна, она не остановится. Это при выходе и при входе, при нашем вхождении, как мы вошли в эту жизнь, как мы выйдем из этой жизни, да? Мир, он лежит во тьме, он лежит во зле, но Господь продолжает нас вести Духом Своим Святым и Своим Светом, и мы имеем откровение от Господа, да? И мы в заключение этого коротенького слова мы хотим сказать, что наш опыт спасения, мы служим Богу всемогущему, Богу живому, на которого мы уповаем. Это опыт дает нам право провозглашать наше свидетельство о жизни в общении. И мы всегда готовы и ожидаем прихода, исполнения, да, обетования, которое Господь дал. Господь сказал, что последние дни будут трудными, тяжелыми. И мы живем во времена вскоре, да, это время начала болезней.
И Бог, Он всегда внимателен к слугам Своим во всякое время. Пока мы еще в этом мире находимся, не будет недостатка в ресурсах с небес. Бог, Господь Иисус всегда совершал чудеса и знамения, и Он сделал нас сонаследниками Своей кровью. Поэтому церковь сейчас, она провозглашает это великое откровение. Маранафа, Иисус придет восхитить Свою церковь. Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господне. Однажды Он вернется. Он придет забрать Свою церковь. Мой Иисус вернется. Вся земля поколебалась. День, когда Он отошел. Когда Он умер за нас. Мой Иисус, Он жизнь моя. Он взял на Себя наше бремя. И отдал нам всю любовь Свою. Он взял на Себя наши немощи и дал нам жизнь новую. Так чудесно служить Иисусу моему, прославлять Его имя. Слава Его ведет нас ходить во свете Его. Я всегда хочу славить Иисуса. Братья и сестры, мы подошли к моменту, когда зачитывается пасторское послание, которое приносит радость овечкам, потому что продемонстрирует любовь, заботу пастора о его стаде. Послание Роберту де Лима, церкви Ново-Фрибургу, Рио-де-Жанейро. Возлюбленные братья и сестры из Центральной церкви Ново-Фрибургу, мир Божий. В это время пандемии, социальной дистанции, и поскольку я недавно в этой церкви, я хочу пожелать вам, чтобы все у вас было хорошо. Независимо от того, что бы ни произошло на этой земле, Царствие Божье, оно не поколеблется. И для этого Царства мы трудимся. Как текст в Осии 2:14-15 говорит, да, со всеми испытаниями в этой пустыне наша вера растет, потому что Бог продолжает говорить к нам. Бог дал нам свой виноградник, церковь свою, Он дал нам Иисуса, Он дал нам своего Духа Святого, надежду нашу. Да будем пребывать в общении, в теле, под действием Духа Святого, через богослужение, через трансляции, потому что Господь усмотрит все для нас всех. Да будем продолжать
будем защищаться от этого вируса разочарования и неверия. Давайте продолжать идти в вечность. У нас есть обетование, что Господь, Он будет продолжать заповедовать благословение вовеки. 132-й Псалом. Мир Божий всем вам. Возлюбленные, мы сейчас помолимся Господу в заключении. Господь, мы поклоняемся Тебе за Твое вечное благословение, за то, что Ты каждый день благословляешь нас, потому что, несмотря на испытания, на борьбу, мы видим помощь, которая приходит от Господа. Мы смотрим ввысь, мы отделяемся от временного, от проходящего, чтобы познавать Твой проект, Твою волю для нашей жизни. Прими нашу хвалу, нашу благодарность, наше поклонение во имя Иисуса. И да будет благодать чудная Господа Иисуса, Спасителя нашего, любовь Бога Отца и утешение и общение Святого Духа Божьего да будет с вами, Церковь возлюбленная, со всеми теми, кто любит пришествие Господа Иисуса сейчас и вовеки. Аминь. Слава Господу! Мы подошли к концу нашего богослужения и хотим сказать всем тем, кто живет в Бразилии, для вас есть телефон горячей линии, по которому вы можете звонить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, для всех тех, кто нуждается в ассистенции. И мы будем продолжать славить Бога за все те блага и за этот год, в котором поддержал нас и помог до сего места нам Господь. И все мы вам желаем мир Божий.